Твоя спортивная цель была как бы принять участие на Олимпиаде в Сочи. Как сложились для тебя игры и какие впечатления остались после этих игр? Ну, к сожалению, результаты в Сочи не были такие хорошие для меня. Мне не удалось показать лучший результат там ни на 5000 метров, ни на 10 тысяч метров. Это было довольно-таки обидно, потому что я все-таки готовился к этим играм. И это одна из причин, почему я после игр сказал, теперь надо что-то менять, теперь надо учиться у голландцев. Но несмотря на то, что результаты, да, не были такие хорошие для меня, все равно эти игры в Сочи останутся у меня, как бы впечатления остались, и я все время буду вспоминать эти игры как очень большое событие для меня, очень большие эмоции, все, что касается организации, сделали все просто оптимально для спортсменов, никогда ничего не было, что вот можно было возмущаться насчет чего-то, все время все было отлично, никакие неприятные контроли, security контроли не было, питание, комнаты, каток, все было оптимально. Все это связано у меня с очень с позитивными впечатлениями. Но самое главное, конечно, спортивный результат, и это мне не удалось. И поэтому, конечно, я с одной стороны вспоминаю, как бы, и нравится мне вспоминать Сочи, но с другой стороны, результаты были не очень, поэтому все время так как-то остается вот это чувство, что не добежал там как-то. А вот были родители, родственники на этих играх? Да, у меня приезжали мои родители, мама с папой, и у меня там еще родственники были, тетя у папы, они недалеко от Сочи живут, они были в Сочи и болели за меня, это было очень приятно. К сожалению, не получилось, что друг из Санкт-Петербурга приехал, но все-таки поддержка была там, и все равно было очень приятно бегать в России, русские зрители, кое-кто меня уже там знают, и это очень все время приятно бегать в России, поэтому я надеюсь, что в будущем будут опять Кубки мира, чемпионат мира проводиться в России. А удалось кем-то пообщаться с других видов спорта? Да, я уже до игр был знаком со многими с немецкими спортсменами из других видов спорта, и, конечно, общения были с русскими конькобежцами, получилось сделать фотографии с Виктором Амом, который там, конечно, тоже суперстар этих игр, наверное, был русский шорт-трек. Да, общения были с несколькими спортсменами, но как бы все-таки мы знаем друг друга, мы знали уже друг друга до игр из-за Бундесвера, там встречаемся, если какие-то сборы от Бундесвера, и поэтому как бы уже маленькая такая спортивная семья существует.